Всем привет! Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Предлагаю вам свою фирменную картошку с мясом. Нам потребуется минимум продуктов. Блюдо бюджетное и очень вкусное, а главное, не требует особых усилий. Его даже не стыдно поставить на праздничный стол. Рецепт также в описании под видео. Поочередно нарезаем все продукты. Солим, перчим, добавляем майонез и все хорошенько перемешиваем. На дно формы наливаем подсолнечное масло. Отправляем наше блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут, пока картошка и мясо не станут мягкими. Аромат просто потрясающий! Обязательно попробуйте приготовить и порадуйте своих близких! Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.